Здравствуй, зритель! Снова второй обзор уже еды, практически одной еды. Еды за сегодня. Случилось мне сегодня слегка подзаработать, и вот вместо того, чтобы экономить деньги, потому что я в долгах как в шелках, и следующий месяц тоже, ну, отдам и уже не буду в долгах. И лежу я, значит, такая, что-то помираю, не пойми от чего. То ли вот эти вот пюре фруктовое с кефиром как-то нельзя сочетать было, то ли еще что-то, ну, в общем, лежу, помираю. Таблеток Ками закинулась, кот меня лечит, помираю, вроде ожила. И понимаю, что я очень хочу Рафаэла. Вот мне редко так бывает, чтобы я что-то такое вот вдруг хотела. При этом я как бы сладкое-то вообще не собиралась покупать. У меня там пастила, варенье, мед, вообще мед. Мед этого года, мед прошлого года, мед позапрошлого года, мед позапрошлого года. Короче, дофига всего такого. И вот, и Рафаэлла-то ведь не Новый год, не 8 марта, никаких скидок особо нету. Оно, сволочь, такое дорогое. Я зашла, Рафаэлла не вижу. В расстройстве я купила всяких разных конфет на развес, содержащих кокосик. Под конец я взяла еще и Мерси. Это я сейчас все обозрю. И на кассе я вдруг увидела всякие разные Рафаэлы. Одно там за 280, 120 грамм, другое за 300. Обычная коробочка эти 150 грамм. И вот 160 рублей, ну 159 копейками вот эти вот. Это, видимо, то, что как бы на 8 марта или на день Валентина. Сроком оно до 8.08 этого года. Оно мне сожрется. Оно может не переживать, оно сожрется. В общем, вот. Тут у нас 80 грамм. И стоит оно в два раза дороже, чем весит. А еще мне тупо надо было молока и яиц. Я тупо собирала, думаю, ну, если я сегодня помираю, схожу завтра. А я думаю, раз Рафаэлла хочу, то пойду заодно это куплю. В общем, молоко. Правда, у меня холодильник размораживается, на ночь будет оставлен. Но там, в принципе, прохладно. Я думаю, в крайнем случае, оно будет кефиром. Так, это мой кошелек. Я его не покупал. Там пара конфеток, пакетик отдельно. Как-то так случилось. Мне еще скидку сделали, я, правда, не поняла. Тише, не трогай эту сумочку. Тишка! Ох ты, гаденыш такой. М? Нельзя ее грызть. Так, надо на паузу нажать. Там, короче, сумочка ручной работы из кокосов. Сегодня этот кот, мне уже моя близкая родственница сказала, типа, ты что, своего кота не знаешь, могла бы привыкнуть. Пошла я, значит, за телефоном с кухни, думаю, сейчас возьму телефон, позвоню. И у меня там супчик куриный, и на тарелочке, значит, супчик, в тарелочке это ложечка, на ложечке, значит, мясика, картошечка, морковочка, петрушечка, бульончик. Как-то так отдельно от всего этого супчика прихожу, и мы в наглую коммунизм с этой ложечки этот мясиком. Ну что, я вместе с ложечкой это все ему отдала на пол. Мугат ползущий. Причем как бы сытый был. Короче, вот дальше. Дальше у нас вот этот вот наборчик. Несмотря на то, что у меня там три шоколадки черные, включая вот такую мерсю. Вот я молочный купила, что-то захотелось мне. Не то чтобы вот сию минуту хочу, но мне предстоит скандейт. Так как мы месяц хамуры все-таки доделали. Теперь я спокойно могу заниматься тарты и тамурой. Ну и цветочком там всяким. Ну, цветочек это вообще для мозгов отдых. Короче, то вот, думаю, мне на месяц как раз этого хватит. Конфета какая-то, Wi-Fi. Кокосовая, шоколадной начинкой в шоколаде. О! У меня же тут чек есть, я могу даже сказать, что почем. Ну, такой какой-то дофига длинный. На 712 у меня вышло. Короче, я заработал 700 и потратил 712,66 с копейками. Ну, 712 с копейками. Так, молоко где-то тут. Молоко 45,90. Так, Рафаэлла 159 без копеек. Так, что тут еще? Конфеты Wi-Fi на 38,72 вышло. Так они стоят 239 кг. Так, что там я еще покупала-то? А, этот Мерси. Где Мерси-то? Все-таки как противненько мне. Мерси 199. Так. Конфеты прохлада.
Где вы тут? С 39,55 они у меня вышли. Не поняла я, где она мне тут скидку пробила. Конфеты Услада со сливками. Где вы тут конфеты Услада? Конфеты. А, Руслада. А я думала Услада. 40 рублей 59 копеек. Конфеты Баунти на развес. А, где оно тут? Слушайте, у них прохлада, Услада, блин, долбанешься. Баунти, а ты где? А вот Баунти 77,84. Ну, в смысле 77,84 рубля. Вот такое уже как-то покупала. Вот в глазури она с какой-то химией, а без глазури она нормальная. Она такая как бы пресная. Хоть и называется халва бобруйская, подсолнечная, сахарная. Сейчас она стоит 14,90. Ой, блин. И ведь я сегодня выспалась. Даже больше, чем. Фараделла какая-то. Две штуки. У меня пакетик отдельно был. Они как-то что-то не положились у меня ни в пакетик. Так. Десерт какой-то. 33,36. Так. А, еще что-то, ё-моё. Какой-то Good Mix. Какой хрен, у меня вообще не знаю. В общем, когда мне захочется сладкого, и я съем уже всю свою эту пастилу, то я буду по чуть-чуть хавать вот это вот. Солнечный арахис это называется, кажется. 22,90. Россия. Эгегей. И яйца. Как бы их достать-то так? Последнее брала. Яйцо куриное, пищевое, деревенское, 10 штук, первый сорт. Тульская фабрика. Яйца вы где? 40 рублей 90 копеек. То ли скидка на них была, то ли еще что-то. Я что-то не вникла. Где она мне тут пробила эту скидку, я не поняла. Получите на кассе две фишки по акции. А вот дальше прикол, она мне сделала скидку по акции, которую скидочка 50% на шоколадку. Действует только сегодня. В смысле до сегодняшнего дня. Вот сегодня сегодняшний день уже. Может быть, она мне там где-то и сделала эту скидку. Не вникла я, короче. Ну да ладно, вот такой у меня обзор сладкой еды, практически одной еды. Ну, в смысле, практически одной сладкой еды. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!